В Красноярске сегодня официально представили Михаила Катюкова. Он стал временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Новый глава региона сообщил, что в первую очередь займется инфраструктурой и поддержкой семей участников СВО. Подробности у Лилии Мишалкиной. Здравствуйте. Улыбаясь и поправляя свой красный галстук с узором в виде герба края, в Рио губернатора заходит в зал. Депутаты, чиновники и общественники встречают стоя. Через 5 минут состоится церемония сложения полномочий и представления Михаила Катюкова. Специально для этого в Красноярск прилетел представитель президента по Сибирскому федеральному округу. Суета и разговоры в зале стихают под российский гимн. Полпред зачитывает тот самый указ президента, 20 апреля, номер 292. В связи с заявлением губернатора Красноярского края УСА Александра Викторовича о досрочном прекращении полномочий постановляю: первое. Принять отставку губернатора Красноярского края УСА Александра Викторовича по собственному желанию. Второе. Назначить Катюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Кроме этого, полпред сообщает, что Катюков обладает всеми лидерскими качествами и опытом для такой должности. Анатолий Серышев благодарит и Александра Уса за труд. Зал, не сговариваясь, взрывается аплодисментами. Свое первое слово в новом статусе Михаил Катюков посвящает благодарностям президенту и сразу сообщает, долго раскачиваться не будет. Предлагаю к этой работе приступить непосредственно уже сегодня, зная, что администрация губернатора уже подготовлен план такой работы, к исполнению которого мы будем приступать незамедлительно. 46-летний Михаил Катюков, уроженец Красноярска, еще студентом работал в администрации. Получил высшее экономическое образование и ушел в управленцы, став замначальника финансового управления в краевом парламенте. А в 30 лет уже получил место заместителя губернатора Александра Хлопонина, что в таком юном возрасте настоящий прецедент. 13 лет назад красноярец уехал в Москву и стал служить стране уже на федеральном уровне. Можно сказать, что Катюков не чужд региону, но теперь и свой для Москвы. В беседе с журналистами пообещал заняться черным небом. Эта проблема одна из первоочередных. Я вчера об этом говорил президенту, потому что знаю это не понаслышке. У меня много друзей в Красноярском крае, много родственников. И я очень часто слышу, что это вопрос, которые людей волнуют. Поэтому мы этому направлению будем уделять самое пристальное внимание, разберемся. Михаил Катюков уже признался, что поборется за статус губернатора в сентябре. А в конце мая к нему из Москвы приедут дети, когда закончится их учебный год. Задача нового губернатора – это продолжить все те важные проекты, которые уже стартовали в Красноярском крае, и, что называется, свести все к единому знаменателю, понять, какие возможности у нас есть. А Александр Ус уже в статусе экс-главы в эту встречу был по-особенному эмоционален. И в годы сложных испытаний, и в моменты нашего триумфа, а это тоже было, мы всегда шли плечом к плечу. И завершу я свое выступление очень известной и любимой нашей фразой: «Енисей чемпион». Лилия Мишалкина, Станислав Никифоров, 7 канал.